В Литературном музее «Дом Языковых» можно увидеть уникальную книгу. Это миниатюрное третье издание романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» и последнее из прижизненных изданий поэта вообще. Дата выхода книги в печати не позднее 19 января 1837 года определяется на основании объявления, где говорится: «В книжном магазине Лисенкова в доме Пажеского корпуса продается новая книга «Евгений Онегин. Сочинение Александра Пушкина. 1937 год. Цена 5 рублей». Книга вышла тиражом в 5000 экземпляров и хорошо раскупалась публикой. А после смерти Пушкина 29 января была распродана полностью за одну неделю.